за то, чтобы начать работу. Прошу голосовать, кто за, против, воздержавшихся нет. Поэтому прошу начать работу сессии. Да? Сессия объявлена открытой. Пункт 8 статьи 29 звучит в следующей редакции. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной или непостоянной основе по решению Совета депутатов. И статью 32 дополнить пунктом 9 следующего содержания. Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, устанавливается пенсия за выслугу лет в размере не менее минимального размера, установленного нормативным правовым актом Назаровского районного совета депутатов. Кто за то, чтобы внести изменения и дополнения в устав муниципального образования Назаровский район, муниципальный район Красноярского края, прошу голосовать. Кто за данное предложение? Кто за? Против? Отказавшись? О согласии на передачу из муниципальной собственности Степновского сельского совета. Данные автобусы были приняты в 2020 году по государственной программе развития образования. В связи с передачей полномочий сельсовета данные автобусы передаются. Вот автобусы вы передаете туда. Значит, какие-то средства, уже было решение вынесено, что какие-то средства выделяются на содержание этого автобуса? Нам распределили, соответственно, среди 70, получается, единиц, несколько муниципальных образований Красноярского края. Соответственно, у нас по данным решениям заключено соглашение по передаче полномочий сельским советам в границах Назаровского района. Соответственно, данный автобус, если вы считаете, ну, по характеристикам были переданы, на каждый автобус была заявка. Соответственно, с учетом их износа. Соответственно, на каждую заявку уже были распределены на каждый сельсовет. Когда мы формируем бюджет, да, то есть у нас в районе, соответственно, 8 сельсоветов исполняют полномочия, мы передаем по перевозке 2 школы самостоятельно, то есть осуществляют это Преображенская и Подсосинская. Соответственно, в бюджете просчитываются средства на ГСМ для перевозки и средства, которые идут на все остальное, то есть на содержание, на ремонт, на запчасти, то есть это все в бюджете прописано. Кто там на предложение? Да. Против? Спасибо, Юрий Александрович.